Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня хочу с вами поделиться своим новым заказом из компании Unice Multibrand по 9 каталогу. Кому интересно такое видео, приятного вам просмотра. И, конечно, буду очень рад, если вы со мной останетесь до конца. Покажу, с какого каталога я делал заказ. Такой у нас идет 9 каталог. Думаю, всем мы знакомая украинская певица. Это у нас идет Наталка Карпа. Я думаю, вы видите не первый раз, потому что она у нас очень часто появляется на первых страницах каталога Unice. Вот. И каталог у нас называется «Навстречу солнцу». Почему «Навстречу солнцу»? Из-за того, что здесь идут у нас новинки. Новинки очень вкусные. И, конечно же, потом поподробнее вам расскажу об этих новинках. И давайте приступим все-таки, что же у меня приобрели именно с этого каталога. Первое, что покажу, хорошая была акция в этом каталоге на твердое мыло. Если вы приобретаете 2 и больше мыла, да, именно в количестве, то каждое мыло будет идти у нас по 55 гривен. Из-за этого у меня клиентка решила приобрести 4 мыла. Мыла у нас идут одинаковые. Сейчас я вам их покажу. Это у нас идет серия Unice, изготовитель Турция. Очень классные вот эти мыла, мне очень они тоже нравятся, очень вкусно пахнут, потому что этот у нас идет с экстрактом жемчуга. И также очень такая вот красивая, интересная упаковочка. На подарок будет тоже идти самый-самый раз, потому что вот действительно очень красивое здесь идет оформление. Также, когда вот мы открываем, и такое вот идет у нас белое квадратное мыло. И очень вкусно пахнет. Очень приятный вот именно аромат действительно каких-то вот женских парфюмной воды. Именно что действительно такой вот именно достойной парфюмной воды. Так что очень приятный. У меня клиентка очень обожает это мыло с экстрактом жемчуга. И за это она постоянно, если что, хорошие какие-то акции постоянно приобретает. И здесь у нас идет в кусочке мыли, это 100 грамм. И также вот таких вот 4 упаковочки она приобрела. По такой вот хорошей акции, почему бы не приобрести. Дальше. Хорошая была цена в каталоге на салфетки. И салфетки у меня подружка приобрела, и также я себе приобрел, потому что салфетки, и даже когда они были новинка, они стоили по 10 гривен. Сейчас в этом каталоге они стоят 7 гривен 50 копеек. Очень также хорошая цена. И я так подумал, что надо, наверное, и себе приобрести, потому что все равно постоянно я ношу в сумке салфетки, часто как-то вот заканчиваются, бывает нет времени их приобрести, а тут именно по такой цене, почему бы их и не взять. И за это, конечно, я покажу именно, какие идут у нас салфетки. Это я уже такие салфетки вам показывала, у меня тоже подруга приобретала только-только, когда они были в каталоге новинка. Сейчас они уже не новинка. Это у нас идет серия Гиам, вот так вот называется. В упаковочке у нас идет 15 салфеток. Очень приятный аромат, такой вот свежий аромат. И, к сожалению, здесь не на нашему написано. Сейчас я попробую быстренько найти в каталоге, и я вам буду рассказывать, какие здесь идут у нас названия. Здесь в этом каталоге у нас называется, сейчас, потому что вижу, что-то не получается, называется свежесть. Они более такие вот именно свежие, прям аромат такого вот прям свежего, такого морского аромата, очень приятный аромат. И за это подружка приобрела, и, конечно же, я себе приобрел. Так что буду показывать вам по 2 одинаковых упаковки, потому что, действительно, я же говорю, что по такой цене, почему бы не приобрести. Так, следующее, что я вам покажу, это у нас идут тропики. Тропики у нас идет вот такие вот салфетки. Также забыл сказать, что изготовитель здесь идет у нас Турция. 15 штук в упаковке. И здесь, конечно же, он не так уж прям пахнет тропиком, совсем он не пахнет тропиком. Такой именно вот ненавязчивый аромат какого-то вот, даже я не могу понять и разобраться, что это за аромат. Ну, тропиками этот аромат совсем не пахнет. И дальше также идет следующее, это у нас идет уже салфетки с ароматом цветов. Это уже цветочные, также такое же самое количество, 15 штук.
Так что я же говорю, по таких вот именно, даже по 7,50 такая вот упаковочка, это просто-напросто круто. И последнее это у нас идет, ага, наверное, я все-таки ошибся. Вот это у нас идет океан, вот эти голубые, это океан. А зеленые у нас идут свежесть, вот. Так что вот так вот они и идут. Потому что здесь как-то так все вперемешку все написано. Так что я же говорю, думаю, что свежесть голубенькие, а оказалось океан голубенькие, а зеленая свежесть. Также у меня подружка приобрела, тоже очень хорошая была цена на эти продукты, потому что в следующем каталоге номер 10 они очень подорожают, будут стоить 51 гривну. Сейчас они стоят, и, если не ошибаюсь, 30 с чем-то гривен или даже меньше оно стоит. Я сейчас сразу быстренько найду, покажу эту цену, если, конечно же, я быстро найду. Да, сейчас они стоят у нас 36 гривен, супер цена именно в этом каталоге. Это у нас идет средство для снятия лака. И в середине идет у нас спонж. Вот такая вот баночка, я думаю, уже я вам показывал. И когда только у нас появилось оно в Юнайсе, и у меня заказывали и оставались довольны. Кстати, у меня подружка приобретала именно вот этот продукт, и она и решила по такой цене приобрести вот себе вот такие вот две баночки. В баночке идет у нас 70 миллилитров жидкости. Также здесь идет у нас в баночке спонж. Ну, мы все мы знакомы, идет вот такой вот спонж. И видите, там внутри есть дырочка. И, конечно же, когда у вас лак именно не гель, обычный лак, которым вы просто пользуетесь, обычным. Потому что если брать другие лаки, которые и финиши, да, там и так дальше, конечно же, он не уберет. А обычный лак он обязательно снимет. Всуваете туда пальчик, прокручиваете, и потом вынимаете этот пальчик, и у вас ноготок становится чистый, без лака. Конечно же, если у вас красный цвет, то надо, конечно же, немножко подольше покрутить, потому что, я думаю, все мы знакомы, красный цвет не так уж быстро смывается с ноготка. Аромат здесь идет у нас именно, как я всегда слышал, и тот раз, он мне пахнет именно лимоном. Именно вот этот аромат. И, конечно же, есть ароматы ацетона, я здесь его хорошо слышу. Но именно вот в перемешку лимон с ацетоном, ну, более-менее такой вот прям ненавязчивый, неприторный аромат. И не задыхаешься от этого аромата. Так что, действительно, вот эти продукты просто-напросто достойные. Так что подружка попробовала, осталась в восторге и решила их приобрести. Потому что, я же говорю, в следующем каталоге намного подороже. И я вообще заметил, что в следующем каталоге очень много чего уже подорожало. Цены все растут, растут, куда растут, я даже не понимаю. Также у меня подруга решила приобрести, это у нас идет мини-версии кремов для рук. Это у нас идет серия Бебак. И изготовитель у нас идет Турция. В каждом кремике у нас идет по 20 миллилитров, если не ошибаюсь, потому что здесь, да, и по 20 миллилитров, и также здесь у нас идет и с ароматом розы, и также здесь идет у нас с экстрактом масла мигдаля, и вот этот идет у нас с экстрактом оливы. Вот такие вот идут у нас три пробничка. Ну, можно сказать, что это не пробники, потому что полных версий таких кремов нету. Именно идут только по 20 миллилитров. Подружка у меня пробовала именно крем для рук с ароматом розы. Ей очень понравился этот крем, и она решила приобрести вот таких вот три кремчика. И как раз в этом каталоге, опять же, очень хорошая была цена. Стоил он там 17 с чем-то, ну, грубо говоря, 18 гривен один. Так что очень хорошее предложение, потому что в следующем каталоге они будут стоить по 25 гривен. Так что пока есть такая возможность взять подешевле, почему бы их бы и не приобрести. Также, когда вы откручиваете, здесь идет у нас фольга. Так что если даже и на подарки, то будет очень-очень хорошо, потому что сразу видно, что никто не пользовался и никаких проблем здесь не было. Так, потом, так это я потом покажу.
Тоже была хорошая акция на серию. Это у нас идет серия Бразилия. Если вы помните, была новинка, я себе приобретал. Это у нас идет шампунь и кондиционер. Вот такой вот шампунь и такой вот кондиционер. Очень, конечно же, красивые у них бутылочки. Здесь идет у нас по 250 миллилитров. И в этом каталоге также была хорошая цена. И если вы приобретаете там два и больше продукта, то каждый продукт будет идти у нас всего лишь за... Вот, вот у меня вот, не знаю, вот цены... Ой, вечно, вот вроде помнил цену, и вот меня вырубило. И теперь я цены не помню. Ага, так, и по акции. Если вы приобретаете 2 или 3 продукта, то каждый будет идти всего лишь за 126 гривен. А если без акции, то он у нас стоит 150 гривен. Ну и еще, понятно, еще скидка представителя, то будет намного дешевле. Это у нас идет серия Марион, это изготовитель у нас идет Польша. Честно, я себе приобретал, но я еще их не пробовал, и у меня они еще лежат в запасах, так что о них я еще толком сказать ничего не могу. Но аромат очень вкусно пахнет, я просто в восторге, потому что действительно каким-то вот именно пахнет, и кокосом пахнет мне, и маслом ши пахнет. Ну, очень приятный аромат, я просто, конечно же, от этого в восторге. И плюс, конечно же, по такой акции, почему бы не приобрести. Также вот эти продукты. Так, они идут у нас. Так, это у нас идет обновление волос. Также у нас идет здесь масло бразильского ореха. Также идет у нас кокосовое масло. И плюс еще у нас находится здесь каротин. Вот такие вот идут у нас продукты. Так что у меня решили приобрести. Надеюсь, что останутся в восторге. Ну и в скором времени я тоже их попробую. И решила я, так как была такая акция, я решила еще и себе приобрести. Это идет у нас такая же самая. Только это идет у нас и маска для волос. Думаю, почему бы не приобрести. Маску у меня не приобретали. Только шампунь и кондиционер для волос. Вот у меня такой же есть. Думаю, ну надо взять и маску. Здесь в упаковке у нас идет 250 миллилитров. И здесь что нам пишут, что когда мы наносим на волосы, держим 3-5 минут и смываем именно вот эту масочку. Также здесь мы откручиваем. Здесь идет такая вот защитная пластмассовая крышка. Она не в фольге. Открываю. И сама по себе вот такая идет именно вот густая белая. Вот именно густая консистенция белого цвета. Ну и аромат такой же самый, как в шампуне, как и как в кондиционере. Очень вкусно пахнет, просто я, конечно же, в восторге. Так что с огромным удовольствием буду пользоваться. Ну, это как раз только я вот начну пользоваться этой серией и обязательно поставлю и эту масочку. Я же говорю, очень довольна, что была вот такая вот хорошая цена. Почему бы не приобрести, потому что это тоже она стоила 150 гривен. А так, и все-таки еще скидка представителя намного дешевле. Следующее. Также я решила, помните, я вам рассказывал, я боялся приобретать, потому что я не люблю ароматы грейпфруктов. Вот, я думаю, что будет такой вот аромат, и я думаю, себе его брать не буду. Но когда вы, я думаю, видели в заказе, когда вот это была новинка, я приобретал себе и с гранатом, подружка тоже с гранатом и с грейпфрутом. И получилось так, что аромат совсем не пахнет грейпфрутом, и за это я в этот раз решил его тоже себе приобрести. Это у нас идет серия Petit Maison. И Чемаисон, вот так вот называется. Это у нас идет изготовитель Турция. Здесь идет у нас 300 миллилитров. Очень, конечно же, приятный аромат. И вот именно какой-то вот такой вот именно сладкий, свежий, какой-то вот фруктовый аромат. Но совсем он не пахнет грейпфрутом. Так что решила я себе приобрести жидкое мыло для рук. Я так вообще люблю жидкое мыло. И думаю, надо пока брать, потому что в каталоге номер 10, опять же, все подорожало. И пока вот была хорошая цена, почему бы и не взять.
Также я сейчас использую крем для рук у нас этой серии с ароматом граната. Мне очень этот крем понравился, я очень остался в восторге. Я думаю, ну конечно же этот крем классный, потому что туда входит у нас глицерин, витамин Е. Это понятно, я думаю, что все, что входит в глицерин, конечно же, будет все классные руки, просто шикарные. Ну, действительно, крем мне понравился, и то, что он действительно держится очень долго. И даже когда вот моешь руки, ты, конечно же, ощущаешь, что у тебя все-таки руки увлажненные, и есть и здесь у нас крем. Потому что, понятное дело, что глицерин защищает руки, и, конечно же, мы это все при воде все ощущаем. Но все равно мне он понравился. Не надо часто наносить крем, чтобы были ухоженные, увлажненные, приятные руки. Всего лишь я за день я могу использовать его, ну, 2 раза. Все, потому что руки действительно очень долго держит влагу. Из-за этого, вот от того, что мне очень понравился этот крем, я решила и также приобрести. И с ароматом грейпфрута. Ну, опять же, грейпфрутом не пахнет, а пахнет именно, опять же, вкусняшкой. Так же, как и вся эта серия. Здесь идет у нас 75 миллилитров. Так что я же говорю, я просто в восторге от этого крема для рук. Здесь идет у нас фольга. Ну, открывать не буду. Потому что здесь идет у нас белый цвет, консистенция у нас идет и средней плотности, хорошо даже можно сказать, более как-то вот она более жирнее идет. И потому что когда вот распределяешь, и тоже надо немножко не переборщить, потому что если вы перебарщиваете, то начинает немножко липнуть руки. Если вы не перебарщиваете, очень хорошо все быстро впитывает, руки просто, я же говорю, шикарные становятся, и нету никаких потом проблем. И то, что мне очень нравится, что очень вкусно все пахнет, и просто нюхаешь, и просто в восторге от этого аромата. Так что решил еще, конечно же, взять такой вот кремик, почему бы и нет. Дальше, также что хочу я вам показать, также это уже у нас идет новинка этого каталога с последних страничек, и это у нас идут гели для душа. Идут они все вкусняшки, и опять же идет у нас акция на новинку. Если вы приобретаете любые 3 или больше баночек геля, то каждый гель будет идти всего лишь за 40 гривен. Очень хорошее предложение. Потому что в новом, опять же, каталоге эти гели будут стоить у нас 65 гривен или 61 или 65 гривен. Где-то вот такая вот ценовая политика. То, конечно же, в этом каталоге намного выгоднее их приобрести. И за это я себе взял, и подружка тоже себе решила приобрести. Так что сразу я буду так доставать их по 2. Потому что они идут все у нас одинаковые. Так, это у нас опять же изготовитель. И здесь идет у нас даже неинтересно, кто здесь изготовитель. Потому что здесь пишется вот именно вот серия Юнайс. Сама марка Юнайс. Так, а изготовитель даже я не могу сказать. А, нашел. И изготовитель у нас идет Турция. И также здесь у нас идут сроки. Так, сроки. Так, дата выпуска этих гелей 5 числа 6 месяца 2018 года. Вот именно дата изготовления этих продуктов. Это идут, еще раз повторюсь, гели для душа. Здесь идет у нас в упаковочке 350 миллилитров. И здесь у нас идет и аромат киви. Ну, оформление, конечно же, у них очень красивое, просто шикарнейшее оформление. Плюс и цвет такой прям красивый. Но, опять же, когда я его нюхал, он совсем не пахнет киви, так что именно конкретно пахнет киви. Так, я уже бежу от жары. И именно вот есть частичка, ну есть аромат киви, но все-таки какой-то вот еще какой-то вот аромат.
Он идет более такой вот какой-то вот свежий, мармеладный, вот какой-то вот такой вот свежий мармеладный аромат. Вот именно что-то вот такого вот рода. Но все-таки нотки киви здесь присутствуют. Это, конечно же, очень-очень радует. Но его не слышно очень сильно. Но я думаю, что когда будем использовать в душе, я надеюсь, что этот аромат намного лучше откроется. Дальше. Также идут у нас гели. Так, это у нас и так, где-то их надо достать, чтобы все были одинаковые. Также идут у нас с грейпфрутом. Я этот раз тоже себе решил взять с ароматом грейпфрута, потому что так как я понял, что здесь тоже грейпфрут, но пахнет совсем не грейпфрутом, из-за этого я думаю, нет, все-таки я возьму. Вот, и думаю, действительно ли он будет там, если будет пахнуть грейпфрутом, ничего страшного, кому-то подарю. Если нет, буду с огромным удовольствием пользоваться. Так что сейчас я, конечно же, его понюхаю, потому что я нюхал, но я уже не помню этот аромат. Аромат очень приятный, и грейпфрутом очень так прям конкретно, опять же, не слышно. Это меня очень радует, хотя есть, опять же, нотки грейпфрута какие-то вот присутствуют, но они очень-очень такие вот удаленные, их очень-очень прям так сильно не слышно. Это меня уже радует. И плюс мне опять же пахнет каким-то вот карамельками, вот какой-то вот карамелькой фруктовой. Вот именно действительно какая-то вот карамелька фруктовая. Вот именно вот так вот как-то вот мне этот аромат пахнет. Так что с огромным удовольствием я буду им пользоваться. Так что я же говорю, очень-очень рад, что нету конкретного грейпфрута. Но, конечно же, плохо тем, которые любят аромат грейпфрута и когда захотят его приобрести, а он не очень так уж и пахнет грейпфрутом. Потом также идут у нас и гели. Это у нас и с ароматом. Ой, боже, где ты? Где ты? Где ты? Где ты тут? С ароматом дыни. Ну, конечно же, как не приобрести с ароматом дыни. Я вообще люблю, обожаю ароматы дыни, я без них никак. И действительно, когда я открыл и решил понюхать, действительно пахнет медовой дыней. Здесь нету такого вот прям еле-еле или еще чем-то я там слышу. Нет, вот именно действительно пахнет дыней. Так что я очень в восторге, что наконец-то они все-таки сделали аромат. Если вот пишется, что дыня, и действительно это идет у нас дыня. Это меня, конечно же, очень-очень радует. Еще раз повторюсь, в каждых упаковочках, потому что я не говорю 350 миллилитров. Дальше, также идут у нас следующие. Это уже идут у нас с ароматом мандарина. Вот такие вот тоже упаковочки, конечно же, интересные упаковки, красочные упаковки, яркие, да, вот именно просто радуются, вот глаза радуются, и, конечно же, когда будет стоять в ванной комнате, конечно же, до такой бутылки будут тянуться руки. Так, здесь также у нас идет аромат, и опять же, для меня аромат какой-то вот, ну, такой вот, ну, я не могу сказать, что прям пахнет мандарином. Он мне больше пахнет шампунью кря-кря. Я думаю, все мы знакомы, детская шампунь когда-то, вообще очень классная шампунь. Вот, и я помню, даже как-то мне вот сестричка год назад покупала, я просто пользовался и вспоминал детство. И когда вот я понюхал именно вот этот гель для душа, и действительно я вспомнил детство, потому что пахнет кря-кря. Так что вот так. Так что если вдруг хотите аромат мандарина, получите аромат кря-кря. Ну действительно, аромат очень классный, даже если не пахнет мандарином. Но зато вот пахнет вкусным кря-кря. Почему бы и нет? Почему бы себя опять не почувствовать ребенком и вспомнить, когда это было давно? Дальше, также еще одна, это гели для душа, это у нас идет уже с ароматом абрикосы. Также вот такие вот красочные у нас идут упаковочки. И сейчас я вам скажу, какой здесь аромат. Ну, здесь опять же аромат. Я не слышу аромат абрикосы. И здесь идет, ну, опять же, где-то отдаленно, и то еле-еле его слышу. Но опять же, может при использование душа, может этот аромат больше откроется и будет пахнет абрикосом. Но здесь абрикосом не пахнет. Мне больше он пахнет
Вот каким-то вот повидлом. Вот я не могу вспомнить, яблочные повидла или вот, ну, или еще какое-то вот повидло. Ну, абрикос еле-еле, но вообще-то, я же говорю, какой-то вот именно яблочное повидло из аромата меда. Вот именно что мед, вот я вот тоже очень как-то вот хорошо его здесь ощущаю. Так что, чтобы сказать, что здесь пахнет абрикос, не могу, конечно же, сказать. Но опять же, это мое мнение, потому что у нас всех разные нюховые качества, так что здесь, конечно же, вот мне он пахнет совсем другим. Так что повидло со вкусом, и повидло с домишками, как говорится, меда. И последние гели, которые были, потому что мы решили все взять по одному, как же не приобрести все именно вот эти гели, которые есть. И также последний гель, который я покажу, это у нас идет, конечно же, Ажина. Вот такие вот идут у нас гели. Вот. И тоже очень, конечно же, интересные такие вот упаковочки. И сейчас я вам скажу, чем она пахнет. Вот. Опять же, она мне более пахнет виноградом. Именно вот красным виноградом. Вот именно вот такого вот что-то вот рода. Вот, Ажина, я не могу что прям сказать, что он прям так вот пахнет, или там еще там смородина. Нет, такого вот какого-то вот нету. Но мне более вот пахнет виноградом. Ну, очень, конечно же, меня радует то, что пахнет виноградом, потому что я очень люблю ароматы, именно где есть в косметике виноград. Я обожаю эти ароматы, так что с огромным удовольствием буду их использовать. Так что вот такие вот у нас и шли гелики. Новинка этого каталога. И теперь, что я хочу вам показать, также была хорошая акция, это на парфюмные водички. И опять же, по хорошей цене, здесь у нас идет такая вот акция. Скидка минус 25% на всю любую парфюмную воду при покупку от двух и больше парфюмных вод. И, конечно же, когда вы получаете скидку минус 25%, еще плюс идет скидка и представителя, то вы представляете, какая получается очень хорошая цена. Почему бы не приобрести? И за это я решил себе любимому, конечно же, приобрести два аромата. И вы знаете, я просто-напросто остался в восторге. Это у нас идет серия Креатион. Вот такой вот идет у нас упаковочка. Очень, конечно же, имеет богатый вид эта упаковка. Просто суперская упаковка. Честно, я просто в восторге такой вот упаковки. И сейчас я открою и покажу вам. Вот видите, как она вот открывается. Вот в таком вот варианте. Так, и идет у нас вот такая вот бутылочка. Здесь идет у нас 30 миллилитров этого аромата. Это у нас идет ой, не хочу я ругаться опять же, но я думаю, вам так вот даже здесь, наверное, будет лучше видно, вот как она вот называется. Ну, как вот по мне, я не знаю, правильно я скажу или неправильно скажу, это у нас идет La Lumière de Paris. Вот именно как-то вот так она вот называется. Также бутылка здесь идет у нас прозрачная, а сама вот вода идет у нас вот такого вот голубого, даже темно-синего цвета. Вот такая вот водичка. Здесь у нас какие идут у нас ноты? Начальная нота. Здесь идет у нас кофе, мята, мандарин и также морские водоросли. Нота сердца, грейпфрут, кофе, амбра и лавровые листья. И конечная нота мох, кофе и водные ноты. Очень мне понравился этот аромат. Я просто от этого аромата в восторге. Боже, даже если вот даже сразу, когда вот нюхаешь, сразу вот именно действительно пряностью, именно специями, и действительно ощущается какой-то вот аромат кофе. Очень приятный аромат, и когда вот он у меня действительно сегодня выветрился, ну просто очень такой вот прям действительно такой вот пряный,
вечерний, потому что это более идет вечерний вариант, и такой вот прям хочется его нюхать и нюхать. И то, что мне очень нравится, что он стойкий аромат, так что я просто-напросто остался от этого аромата в восторге. Так что я вообще в шоке, что мне вот именно вот два вот по описанию выбрал, и все два мне подошли. И также еще один, также такая вот упаковочка, также у нас идет серия Creation. И это у нас идет водичка Song of Lover. Вот так она называется. Опять же, мы ее открываем. И здесь идет вот такая. Также бутылочка прозрачная, а сама водичка идет у нас фиолетового цвета. Вот такая вот вода. Опять же, здесь идут у нас какие ноты. Так, первая нота гиацинт, ананас и также цитрусовые ноты. Ноты сердца, ирис, жасмин, ваниль, перец и конечная нота пачули, ветивер, мускус, амбра. Вот вы знаете, мне этот аромат тоже понравился, я просто в восторге, просто. Вот именно, конечно же, когда вот сейчас я сразу нюхаю, да, вот этот аромат, да, он сразу таким вот именно пряным, именно каким-то вот слишком пудровым ароматом, когда вот именно сразу нюхать. Ну, конечно же, кто же собирается сразу нюхать, надо, чтобы выветрилось хорошо. Аромат просто восхитительный, опять же, очень классный. Ой, я просто в восторге. И хочу вам сказать, что это у нас идет водички, идут у нас парфюмные унисекс. Так что можно пользоваться как мужчинам, так и девушкам. Вот, также здесь, ну, просто... Ну, приятный аромат, опять же, он какой-то и свежий, и пряный, и какой-то вот необычный. То, что я всегда люблю, какие-то вот именно необычные ароматы, мне приедаются те же самые ароматы. И, наконец-то, я вот нашел два вот таких вот интересных аромата, которых я действительно остался в восторге. Так что с огромным удовольствием буду пользоваться. Еще раз повторюсь, здесь идет у нас 30 мл, и это у нас идут унисекс. Если вы приобретаете, допустим, вот этих два аромата, да, то каждый аромат у нас будет идти всего лишь за 270 гривен. Но если еще скидка представителя 30%, допустим, или 20%, или 25% еще скидки, то представляете, он получается очень дешево. Как, допустим, мне он пришел всего лишь за 180 гривен. Очень хорошая цена, почему бы и не приобрести такой вот шикарнейший аромат. И последнее, что хочу вам показать. Также, если вы помните, идут у нас сейчас акции с каталога номер 8. Если вы с каждых каталогов будете делать заказ на 50 баллов, вы получаете подарки. И в последние, допустим, когда вы все 4 условия сделаете в каждом каталоге по 50 баллов, сделаете заказы, вам приходит в подарок полотенце махровое, да, банное. И за это второй раз я сделал себе заказ на 50 баллов. И за это мне пришло в подарок, там можно было на выбор брать крем любой, там идет у нас алоэ, еще с маслом ши и также с чайным деревом. Или можно было брать средства, которые, господи, гель, да, и с конским каштаном или с красным перцем. Понятно, что эти гели не такие классные, как в фармасии, лучше такие гели брать в фармасии. Вот, и за это я взял Бебак, именно изготовитель Турция, крем для тела и лица с экстрактом алоэ. Вот эти крема очень действительно классные, и почему бы за 5 гривен не приобрести такой вот крем. Здесь и зафолигированный вот этот крем. Так что это, конечно же, очень-очень круто. Так что все, мои хорошие, здесь идет у нас и в этой упаковочке, боже, чтобы быстро показать, 300 мл. Так, все, мои хорошие, время уже тик-тик-тик, сейчас меня вырубит. Так что всем пока, спасибо огромнейшее, что вы были со мной. И до новых встреч, целую, люблю.